есть вопрос: где твой дом, кто твой бог? Давай-ка без умённый названий и без угроз. Мы не пойдем под сапог, вот так-то вы со мной, а я с вами. Но есть вопрос: где твой дом, кто твой бог? Давай-ка без имённый названий и без угроз. Мы не пойдем под сапог, вот так-то. От Советского информбюро. 4 мая 1945 года войска 2-го Белорусского фронта, форсировав пролив Девинов, овладели железнодорожной станцией городом Воллин. Немцы, стремясь отбросить наши подразделения, предприняли 11 контратак. Советские бойцы отразили вражеские контратаки и после упорных боев овладели железнодорожной станцией и городом Волин. Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбург, с боями заняли несколько крупных городов и населенных пунктов. Группы пехоты и танков противника пытались оказать сопротивление, но были рассеяны. Продолжая наступление, советские части выбили гитлеровцев из города Визенбург. В этом районе захвачены склады с военным имуществом немцев. По дополнительным данным, в Берлине взяты в плен полицай-президент города Берлина, начальник берлинской полиции, начальник охраны имперской канцелярии, начальник санслужбы берлинского гарнизона, руководитель Красного Креста города Берлин и провинции Бранденбург. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе западных Карпат, с боями заняли город Викштадель и крупные населенные пункты. Противник, закрепившись в горах, оказывает упорное сопротивление. Советские части обходят вражеские узлы сопротивления и громят их ударами с тыла и флангов. За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.